Всем привет, мои хорошие! Что у нас сегодня? А у нас сегодня посылочка, Василек. Вот какая большая. Сейчас я ее распакую, и мы посмотрим, что за обновочки мне пришли. Девочки, я заказала на этот раз и себе подарки, и сыну подарки, и невестке подарки. В общем, все для семьи, все в семью. Ну, начнем с того, что я заказала себе желтый сарафан. Вот такой вот приятный цвет. Вы уже заметили, что летом я люблю ходить вот в таких вот бретелечках. Вот с такими бретелечками. И вот я выбрала такой прямой крой. Вот для дома как раз то, что нужно. Это вискоза, 52 размер. Посмотрите, какой длины. Но когда очень жарко, вот хочется, чтобы вот здесь вот все было открыто, чтобы тело дышало. Ну и вот такой вот приятненький сарафанчик. В общем, собственно, здесь окантовочка, здесь присборочка, а дальше все идет прямое. Но очень такой приятный для тела, в общем, материальчик. И такой вот прямой крой. Сарафан стоит 809 рублей. Модель S29. Ну, я одену его, посмотрите, как он смотрится на мне. Дальше я заказала халат голубой Нега. Ой, вот такая вышивка на карманах, симпатичный. Это махровый халатик, это уже не на лето, это так зимой ходить. Он с длинным рукавчиком идет, стоит 1022 рубля. Ну, я заказала 54 размер, потому что 52 размера не было, а я люблю, чтобы это было все просторным, все это было на вырост, как говорится, хотя уже не расту. Вот, ну, мне очень приглянулся этот халатик, и я решила, что пусть будет 54 размер, но главное, чтобы вот он у меня был. Я смотрю, что размер не слишком-то большой такой. Ну, вот я одену, и вы его увидите. Здесь розовая такая окантовочка идет, розовенький идет, розовенькая молния идет, глубокие карманы и карманы с вышивкой. Симпатичная вот такая вышивка. И он идет такой нормальной длины, в общем, по колено, потому что, ну, очень много вещей таких, которые слишком коротковаты, вот, а мне захотелось такой длины. И, в общем, он мне нравится, хочу вам сказать. Надо одеть, померить, чтобы вы увидели. Дальше я заказала розовую футболку модель F239, стоит 509 рублей. Футболочку я заказала 50 размера, потому что она не должна быть слишком просторной, но она еще, видите, вот так вот тянется. Но в этой футболке, вот я заказала ее за то, что вот этот цвет розовый мне просто очень нравится. Я не могу, вот я вижу, когда этот цвет, все, я его хочу. Но в этой футболочке вот такие рукава, вот с такими кружевами. Я не знаю, как эти кружева будут смотреться, они мне подойдут, не подойдут, понравятся, не понравятся, но в любом случае, если не понравятся, их легко можно просто отпороть, и все. Ну, вот такая вот футболочка, мне нравится этот вырез, вот такой, и то, что она тянется. И, кстати, она очень такая приятненькая, нежная, это хлопок, девочки. Вот
такая вот симпатичная футболочка. Сейчас одену и посмотрите. Девочки, заказала я еще вот такой комплект домашний IV-3. Называется здесь три вещи. Это комплект я заказала для невестки. Стоит он 826 рублей. И что в этот комплект входит? Сейчас посмотрим. Вот такой вот идет, вот такая маечка. Вот такая вот маечка. Это 48 размер. Взяли попросторнее, чтобы оно для дома нигде не давило. Просторно. Сзади тут идет резиночка. Вот такая вот сзади на спинке идет вот такая резиночка. А впереди резиночки нет, просто вот такая идет вставочка. На бретелечках все обшито, обстрочено, края. Вот такая вот маечка, коротенькая. К этой маечке идут шортики. Домашние вот такие шортики. Резиночка тут вшитая. И сверху идет вот такой вот халатик. Халат идет с запахом. Есть внутренние кармашки, глубокие довольно-таки, хорошие. И вот тут петелечки для пояска. Есть еще и поясок. Такой вот поясочек. С маечкой, шортиками. Вот такая вот идет окантовочка на рукавах. Впереди вот здесь по горлышку вниз. То есть это вот в расцветку идет шортиков и маечки. В общем, такой трикотажный, очень хороший такой халатик. Но я вам хочу сказать, это такой вот прямо домашний-домашний вариант. Это как раз для любимой жены, любимого мужа, любимого моего сына. Дальше, девочки, я заказала сыну мужские носки короткие. Заказала я два комплекта, пусть у него будет запас. Вот этот комплект «Твой стиль», здесь 5 штук идет в комплекте. Сейчас я раскрою, покажу. Здесь двое черных, вернее, одни черные, другие вот темно-серый цвет, светло-серый цвет, белый и темно-синий. Вот такие вот носочки, вот они. Хорошенькие, хорошенькие. 35 рублей за штуку получается здесь. Ну, они продаются комплектом, 5 штук в комплекте. Ну, размер идет 41-47. Это вот такой тянущийся. Еще один комплект заказала я. Другой такой вот бамбук, тоже коротенькие носки. Называется Шишиен, что ли, если я не ошибаюсь. Размер 42-48. Здесь в комплекте 6 штук, и здесь каждый носочек запакован отдельно в кулечечки, вот так вот. Они все черные, это носки короткие, вот такие вот. Они, получается, 138 рублей комплект за 6 штук, это 23 рубля за штуку, вот такие вот носочки, вот. Но я могу один распаковать, чтобы мы посмотрели, что они все представляют. Носочки вот такие вот, они как бы тоненькие. Это вот летний вариант, то, что летом как раз будет хорошо. Ну и бамбук, это натуральная ткань, никакой синтетики здесь.
Здесь написано бамбук 80%, полиамид 15%, эластан 5%. Ну, без полиамида и эластана, естественно, они не будут тянуться. В общем, такие вот натуральные носочки. Вот они. Дальше я спросила, что вам может быть подарить из постельного белья, если, ну, я уже дарила полотенце внучке там или сыну, невестке, банное полотенце, мне захотелось им подарить. И вот мы с Наташей выбрали вместе полотенца большие, банные, размер 100 на 180, это Узбекистан, и вот такие вот яркие красивые цвета, оранжевый, салатный. Они по 579 рублей, они одинаковые размером, только расцветка отличается. Поэтому я сейчас открою одно полотенчико, мы посмотрим, какое оно большое. Вот, в ширину оно метр, а в длину вообще 1,80 м большое. Классное полотенце, и оно такое мягкое, прямо хорошенькое. И приятный цвет, да, девочки? Классные подарочки. Ну, оранжевое оно такое же точно. Ну, а себе я заказала полотенчика, опять-таки, розовое. Также Узбекистан, 50 на 90 размер. Вот, полотенчика для лица. 115 рублей стоит, девочки. Ну, я очень люблю вот эту расцветочку. Вы видите на мне, да, такая расцветка. Кстати, на мне тоже вот эта туничка, это из василька. Моя любимая. Приятный мой любимый цвет. Куда я от него денусь? Ну, никуда. Ничего не могу с собой поделать. Девочки, а еще заказали мы с Наташей 4 наволочки, размер 40 на 60, на маленькие подушечки, которые у них там есть детские. И вот 4 разные наволочки. Разные, вернее, расцветочки, но они одинаково стоят по 63 рубля. Это бязь. Ну и сейчас мы раскроем, посмотрим расцветочки. Вот такие вот нежные расцветочки, это как раз вот такие детские. Это пломбирчик, Млечный путь, Ванильное небо и вот это кактусы. Хорошие, все покупочки, обновочки я вам показала. Ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Ну, кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!